прогноз погоды знаешь такое? Что такое? Это когда ты смотришь по таким часикам, которые когда холодно, когда тепло. Вот дай, пожалуйста, прогноз на предстоящую зиму. Вообще, как ты думаешь, зима будет снежной, холодной, теплой, ветреной, метели будут? Зима не теплая. Будет не теплая? Холодная? Ну, батарея будет с нами вместе дома. А мы будем выходить на улицу и мерзнуть? Или брать с собой батарею на всякий случай? Нет, батарея никак, потому что она не отдергается. Я сам наблюдаю. Я не слушаю и это, что в эфире там. Я сам жду завтра и смотрю, какая там будет погода. То есть вы метеоролог? Ну да. А предскажите, пожалуйста, погоду на ближайшую зиму. Какой она будет? Суровой, теплой зима? Ну, по одной примете воспитатель мне говорил, что он думает, что будет теплая зима. Зима, вот, которая будет предстоящая, будет со снегом или без снега? Со снегом. Ну, а почему вы так думаете? Потому что снежинки падают на землю, а потом снег. Смотришь прогноз погоды по телевизору? Ну, у нас есть и свой, но смотрю тоже. В смысле свой? Вы делаете прогноз погоды самостоятельно? В смысле, у нас есть, термометр на улице, поэтому мы можем узнать. Во-вторых, я знаю народные приметы. Например? Если цветки закрываются днем, то, возможно, будет дождь.